Понятно все с тобой. Слушай, давай это. Празднуем! Ты поздно проснулся, папань. Какой празднуем? Мы уже все отпраздновали. Математическую диаграмму сейчас нарисуем. Если она получится шедевром, это будет весело. Празднуем, говорит. Говорит, празднуем. Угу. Празднуем. Так, ты у нас рабочая. А это дрыхнет. Ты все сделала на сегодня? Не начато. Потрясающе. Потрясающе. Давай, начинай тогда. Давай, надо это. Надо работать. У нее вообще ничего не продвигается. Но я уже все сделал. А, блин, понятно, что не продвигается, потому что я, блин, прогулял. Тоже обидно. Слушай, ты что ты здесь стоишь-то, а? Нормальный парень встал, стоит. Тоже нравится мне это. Ну что, как там твоя диаграмма? Ой, это что-то не совсем диаграмма, конечно, не совсем обычная, видимо. Что-то с претензией на искусство, судя по всему. Так, вот мне... Вот, что там, кто там богача выбрал? Давайте посмотрим, какие у них цели в жизни. Вот популярный шутник. Рассказать... Рассмешить 5 персонажей, достичь 3 уровня в навыке комедии. Да легко, блин, телек смотришь и достигаешь. Приготовить 2 блюда, находясь во вдохновленном состоянии. Вот это я ненавижу, блин. Приготовить 5 превосходных блюд. Ну, это потихоньку. Знаем, кого там это. Владеть домом стоимостью в 50 тысяч. Ну, это у нас уже есть. Стать владельцем 15 предметов искусства. Папаня тебе сейчас нарисует. Папаня тебе сейчас столько предметов искусства на математические темы нарисует, что ты тут загнешься просто. Это легче всего пока что. Этим мы и так работаем. В любой момент можем продать все это дело. Ну и шутником тоже довольно-таки просто. Да, кстати, а, у тебя все еще 0 из 5 шедевров, я забыл, да. Кстати, он это, качает интеллект, я так понимаю, да? Ты реально, что ли, качаешь интеллект? Он логику качает, пока рисует диаграмму. Ну офигеть просто, слушайте. Сосредотачивающая обстановка. Блин, можешь картины по настроению писать, они будут тогда это. А вот оно что. Вот оно как, Михалыч. Неплохо по цвету, кстати, подходит. Пожалуйста, иди практикуйся в программировании. Хочет чувак практиковаться в программировании, просто пускай практикуется в программировании. А ты вырубись нафиг. Он все еще что-то там с празднуем говорит. Он все еще что-то там собирается праздновать. Не надо ничего никому не заполнять. Что ты там хочешь? Быть дружелюбным, Жанна, а? Пошло это все вон. Ладно, плевать, иди спать уже. Запарил. Все спят, только ты тут как шатун ходишь. Ну, это как всегда глючит, естественно, естественно, да. Долго будешь думать, что делать-то? Нифига себе, у этого голос такой. Что ли, или что? Ну, это понятно, брат с сестрой спит. Они, кстати, близнецы прям. В прямом переносном. Оба в очках, оба эти, лысые. Ладно, к чертовой матери. Тебе нормально? Парень, ты кто? Юрий Давыдов. Давыдов. Это не сын? Стоп. А, или там дочка была? Да хорош трезвонить-то. Хорош трезвонить. Да иди спать. Чё ты как-то это? Просто... Он что-то празднует все. Он что-то все празднует. Иди спать. Спать иди. Сейчас посмотрим. Это будет прикол вообще.
Не-не-не. Этот сам по себе. А вот это уже... Анастасия уже дочка вот этого парня. Вот это жесть. Видите, да, чё? Еще один ребенок родился от него. О, господи. Просто жесть. Так, погоди, мы же с этой-то бабенцей в уху-то еще раз занимались, по-моему, а что-то ничего не родилось. Ладно, сестра не пишет, что сводная сестра. А, не-не-не-не-не-не-не. Не, погоди. Анастасия Давыдова. Да, падчерица, да. Пишут. Только здесь пишут сестра, а здесь пишут падчерица. Если мы по отношению... к мужу смотрим, то получается падчерица. Если по отношению к матери, то получается сестра. А-а-а-а. Наркомания в этом дереве, реально. Полнейшая наркомания. Так запутаться недолго. Ты все еще празднуешь? Арбин. Чего у тебя зависло-то все? Он же не будет так принимать этих. Парниш, ты чё там? Чё тебя поклинило-то просто по полной? Он сейчас никаких действий сам принимать не будет. Его просто переклинило к чертовой матери. Внимательность в туалете словил. Молодец. Ну и чё? А, он, по-моему, когда на свечи задувало, так он не это, не пришел. Ну, может, подойдет как-нибудь? Нет. Блин, мужик, ты достал, давай это, без этого. Давай без этого. Давай вообще без всего. Ну, давай похвастаться перед папаней нарядом тогда, что ли. Может, отойдет как-то. Да ты запарил, ну он нет, не отходит никак. Он завис к чертям. Ну иди оплати счета. Сколько, твою мать? 3, мать его, 3 600. Что ты в скафандре? Это не Марс, мужик. Едри, 3 600. Это слишком много. Это прям в душу прям мне впала эта сумма. Парень, ты как вообще, норм? Попросить уйти. Персонаж не уходит. Накормить. Он же сейчас сдохнет, нафиг. Он просто сейчас сдохнет. Я так понимаю. Жуткий дискомфорт. Слушай, давай ты здесь не будешь подыхать, а? Эй, жена, у тебя сейчас это... Брат подохнет, нахрен. И чё с этим? И всё, и ушёл.
Ну ты там дальше решай, что делать. Ты опять в то место встал? Иди помойся и вали домой, понял? Понял меня? Ты понял меня? Да нефиг с тобой разговаривать, я говорю, иди помойся и вали домой. А ты это, доедай тут. Салат садовый, полезно ж. В отличие от застревания в углу, это полезно. Куда пошел-то? Вот перед ним прям, парень уже сутки не жрал. Ах, смакующе так. Отойди ты от этого мужика, он не в себе, парень. Ну, как и ты, впрочем. Иди рисуй картину тогда, я не знаю. Отдались как-то от этого всего. Не подходи к этому мужику, пускай идет домой. Я ж его прогонять не буду, пускай там помоется, пожрет, я не знаю, что еще. И пускай идет домой, все. 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 Он какой-то ненормальный. Он какой-то ненормальный. Отомстить! Черт. Слушай, давай ты его попросишь уйти, а? Все, иди отсюда. Пошел вон. Понял, да? Да я понимаю, что ты хочешь спать. Иди давай домой. У тебя там отвисло? Не отвисло. Он все еще празднует. Ну, может, как только это скроется. Мужик, ты до могилы, что ли, тусить собрался или что? А ты жирная слишком, иди тренируйся. Плевать уже на программирование, иди пока тренируйся, реально. Заколебали твои сиськи 7-го размера. И пузо 47-го. Витяка 47-го. Все, спать иди, все, запарил. Ты вообще не в себе. Просто чувак не в себе. Он повис намертво. Иди проспись, не знаю. Уже торт убрали, все помыли, все тарелки, ну как. Ну почти все тарелки. I wanna rock! Ту-ту-ту-ту! I wanna rock! Ту-ту-ту! Ту-ту! Давай дальше. Выносливость. Давай, давай, становись худой, заколебало. Давай, реально, становись худой уже. Как так можно-то? Возбуждающая. Вот это надо. Оп. Оп. Качать пресс. Да у тебя тренажер целый есть. Какой пресс качать? Ты чё вообще? Боксерскую грушу я продал, дура тупая. Не нужна тебе была боксерская груша, а теперь... Да никакой беговой дорожки. Какая беговая дорожка? А? Да иди сюда, ну что ты как это? Отстань все от этого. Иди сюда, возбуждающая атмосфера.